помнишь, что мы плыли на корабле? Корабль потонул, а это наш такой маленький плотик. И вы выжившие, а вокруг плавает кто? Акула. Правильно, акула. Они так похожи внешне, но такие разные. В областном центре в преддверии 1 июня прошел традиционный праздник близнецов. В нем участвовали целыми семьями. Сладкий стол и веселый пират с озорными играми. Детский смех и радостные улыбки на лицах мам. Что еще нужно, чтобы счастье было полным? Улыбается.